В День защиты детей члены общественного объединения «Нуранали» мы поздравили с праздником воспитанников детской деревни семейного типа. Первый день лета члены общественного объединения «Нуранали» поздравили воспитанников детской деревни семейного типа с Международным днем защиты детей. Ребята, в свою очередь, подготовили небольшую концертную программу и рассказали о своих достижениях. В детской деревне проживают на сегодняшний день 69 детей. Это дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей. Здесь они получают полноценную опеку и воспитание. Наше учреждение особого такого типа, в каком плане устройство жизни детей по семейному укладу. То есть на территории деревни находится 8 коттеджей, комфортабельных, хороших, теплые условия созданы, хорошие условия для детей создают государство. Здесь проживают дети до выпуска, это при поступлении в учебные заведения, они переходят в дом юношества. Дарья Архипова – гордость детской деревни. Воспитывается здесь уже 11 лет, и в этом году она выпускница. Впереди у девушки большие спортивные планы. Я занимаюсь баскетболом с 5 лет. Считаюсь кандидатом мастера спорта. Попала в сборную Казахстана. Часто выезжаю в разные города. Участвуем, занимаем призовые места. Гости пришли к детям не с пустыми руками, подарив им спортивные костюмы. В июне спортсмены детской деревни семейного типа выезжают на соревнования. И сегодняшний подарок от гостей оказался как никогда кстати. Валентина Леонова, Медет Карим, ЕРТС Акпарат.